Средняя школа номер один – одна из найстарейших установ эдукации не только в Октябрьском районе, але и в Гомельской области. За больше, как 150 годов основания, тут на запасе ли великий опыт работы с детьми. Члены областной комиссии у первую чергу цікавить, что робить, как не допускать дитячей смяротности и злочинности. Как означает директор школы Светлана Макушинская, ее вучни ни разу не трапляли у сумную статистику летальных несчастных выпадков. Колькость правопорушений и злочинств, здійснених мясовыми школьниками, звычайно минимальная. На сегодняшний день ни один лучший не стоит на улику у милиции. И это выник великой профилактичной работы. Важная шастка, якой максимальная занятость детей в вольный час. У школе працуют разностайные клубы и гуртки, ожитявляется программа другостной занятости. Что важно, установа эдукации тесно взаимодействует с батьками. Мы задействуем родительские патрули, которые обеспечивают правопорядок, посещают места увеселительных заведений, где проводятся дискотеки с детьми. И еще у нас хорошо работает родительский патруль, который посещает неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. У Октябрьском сельском выконавшем комитете депутаты трапляют на посяжение громадского пункта аховы правопорядку. На размову сюды запросили потенциальных правопорушальников. Рыжские сумления примушают их ховаться от камеры. Старшиня Октябрьского сельвыканкама Александр Луцкович каже, что также худко ховаются гэтые люди и от работы. А вольный час, якого у их шмат, проводят за бутылькой. Такая категория громадян часто становится не только правопорушальниками и злочинцами, але и ахвярами злочинства. Каб гэтага не отбылося, змагаться приходится за кожного. Справуюсь разные меры воздействия, проводят размовы, отправляются на лечение, шукают работу. Одному вынику ничего не допомагая, а иншие хапаются за отриманный шанс на новое житье. Подобный приклад комиссия облсовета сустракая у агрогородку Красная Слобода. Мать четырех детей Юлия Сажина ранее зловживала алкоголем, але зараз выправилась. С 1 липня семью сняли из улику социально небеспечных. При этом она по-ранейшему застается под пильным наглядом мясовых уладов. Шмадетная мать исподяется, что отрымается выправить и батьку детей, які некольких годов не платить алименты. Члены депутатской комиссии пообяцали вырашить у законным парадку и гэтае пытанне. Уражениями, отрыманными за день работы в Октябрьском районе, члены постоянной комиссии областного совета депутатов по законности и правопорядку делятся подчас выникового посяджения. У целом мясовый опыт ведения профилактичной работы оценили высоко и плануют выкарыстовывать некоторые напрацовки и у своей деятельности. Видно, что работа есть, и работа эта проводится неформально. Люди активно воспринимают, может быть, свои обязанности. Нету такого, что они отмахиваются. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Октябрьского района.